Всем юмен, с вами Рейзен, и сегодня я буду поканчивать с этим инсейн-демоном под названием Лияк. Ну, кто не знает, никто не знает то, что я поставил 85%. Вот как это было. Очень было обидно, и причем я это сделал два раза. Ну, реакцию я, короче, не буду показывать, потому что там вообще жесть. Ладно, го, буду проходить уже. Кто был на стриме, тот поймет, насколько этот демон сложный. Мой первый инсейн демон будет. Так, 16% первый рекорд. Ну, так себе. Я мог больше пройти. По спам. Ай год и... ...36, неплохо. Кстати, ребят, мой следующий инсейн демон будет 8-0, потому что я уже напрактиковал, мне он понравился, но блин, черт возьми, он очень сложный. Ну, я его пройду в скором времени, обещаю вам. Так, вот это вот место именно самое бесячее. Спам. Блин, вот тут немножечко осталось нажать, и все, и там дальше просто вот прям гладенько. Ладно. Не отчаиваемся и идем дальше. Я его должен сейчас быстро пройти, потому что, ну, 50% уже рекорд это... Ну, как не рекорд, а... Ну, вы поняли. Хм, странно, как я тут слил. Вроде сделал 3 нормальных клика, но, видимо, сильно... Сильно поздно. Или рано. Наверное, рано. Ай, блин, что за фигня, у меня клавиша залипла. Точнее, кнопка на мыши. Да блин. Блин, как? В смысле, блин? В смысле, блин? В смысле? Не удивляюсь. Я угораю. Короче, все. Вам, наверное, надоели эти фейлы. Теперь го я вам покажу то, как я прошел с 0 до 100. Погнали. I got.
наконец-то. Наконец-то я его прошел. Наконец-то, боже мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Сначала я почитаю попытки, естественно. Да. 92. Плюс 1739 плюс 571 плюс 181 так равно 7489. Все, я покончил с тобой, Ильяк. Следующий будет 8-о. И с тобой 8-о я тоже покончу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. I got.